Всем привет, с вами Дмитрий Приценко. Сегодня я снова играю в Блиц на планете. Уже довольно давно не записывал такие видеоролики. Играю сейчас с контролем 3 минуты плюс 1 секунда на ход. И играю против соперника с рейтингом 2200, по крайней мере так указано. И, видимо, это кандидат мастера спорта. Ну, разыграю здесь что-то похожее на, соответственно, стратегическую защиту. И далее, вот в этой системе я часто играю ферзь А5. В принципе, есть и другие варианты, но такой вариант довольно неплохой. Да, и вот белый ходит Е4. Но в данной позиции после Е4 нужно сыграть черным слон G4. Идея такая, что у черных мало пространства, и им выгодно поменять одну пару фигур. То есть, в принципе, после хода H3 черные как раз таки играют слон F3. В принципе, ход H3 я жду от белых. Ну, в принципе, ход, наверное, самый сильный как раз-таки. Далее слон F3. Да, и вот тут нужно подумать и чуть-чуть вспомнить. Уже подзабыл немножко, что здесь нужно делать в этой позиции. Если я не ошибаюсь, здесь есть какой-то ход вроде ферзь B4, цепляясь сразу к пешке C4. Хотя, возможно, не в этой редакции его нужно делать. Уже так немного я подзабыл. Но попробую все-таки ферзь B4 сыграть. Ход вряд ли сильно плохой. Ну а далее нужно будет как-то заканчивать развитие. То есть коня с B8 вывести либо на H6, либо на D7. Ну и потом тоже что-нибудь буду думать. Ну за белых как есть коды, да, ферзь D3 или ферзь C2. Ферзь D2 вернее, с защитой пешки. Ну и наверное конь D7 все-таки мне нужно сыграть как-то. Все-таки хочется коня вывести, на H6 он стоит похуже. Есть, правда, ход E5 за белых. Другое дело, что на E5 я не обязан бить. Могу просто уйти конем на E8. Да, и соперник поджимает меня немножко. Возможно, ферзь B4 все-таки не стоило мне играть. Я вот сейчас так думаю, потому что приходится возвращаться назад. На поле A5 у него есть ход B4. Да, он так как раз и играет. И придется все-таки ферзю убежать. На C7 вроде бы более-менее неплохо. Да, и сыграно слон b2. Сыграно слон b2, и дальше... Дальше уже мне предстоит как выбор, как играть. То есть есть ход e5, там, правда, d5 закроют игру. А, скорее всего, белая, я сыграю c5. И на конь b5, ферзь b6. Пешка d6 вроде бы держится. Ну, давайте e5 попробую. Был еще, конечно, ход e6 у меня. Нужно было как-то все-таки за центр бороться. Да, и сыграю таким образом. Ну, бить ему на c5, мне кажется, не очень выгодно. Если он закроет позицию ходом b5, тоже это вряд ли сильно хорошо. Конь b5, если тогда хочу просто уйти ферзем. Может, даже вплоть до ферзь b8. Даже, может, не ферзь b6. Ферзь b8, чтобы не уходить под темп, и потом a6. Наверное, такая будет идея. То, что если конь b5, ферзь b6, он еще где-то может сыграть, может, даже a4. При стучии, потом опять. Немножко, конечно, осложнилась так позиция. В принципе, что могу сказать, b5, вот как он и сыграл, мне кажется, все-таки в пользу черных, такое закрытие позиции. Интересно, имею ли я здесь право проводить f5, то есть убрать коня с f6 и играть f5, такой редакции. Рискну все-таки пойти на такой вариант. Да, он, видимо, готов встретить f5 ходом либо f3, либо каким-то еще. Но сыграю f5. Проведу все-таки этот ход. Забирает соперник. Я думал, конечно, он не будет забирать. Ну, тогда бью пешкой, чтобы поле e4 держать. Да, и он сразу подрывает. Подрывает. Как играть? e4? Или пока не трогать позицию. Ну нет, если не трогать, он заберет где-то. Пешка F будет слабая, наверное, все-таки E4 попробую. Ну, уже G4 у него есть ход, конечно, но G4 довольно опасно выглядит. Так, менять не чернопольных слонов. Ладно, надо потихоньку ускоряться. Конечно, есть одна секунда на ход, но это достаточно небольшой гандикап, поэтому буду ускоряться, конечно. Так, он напал на пешку, я тоже нападу на пешку, защищу одновременно ход ходом конь h5, пешку на поле f5. Ну дальше
Не знаю, менять ли мне ферзей. Попробую все-таки перейти в эндшпиль. Не знаю, насколько он хороший. Ну, вряд ли сильно плохой. Забрал. У меня пешка d6 слабовата, но к ней не просто подобраться. С другой стороны, и моего плана здесь пока особо не видно. Сыграю, может быть, король g6. Король так немножко вышел погулять. Но идея в том, чтобы пешку укрепить. Да, но он сразу же подрывает. Могу ли я, правда, взять и потом на f4 забрать? Там на e4 теряется, да? Это, кстати, немножко подзевнул все-таки. Но все равно пойду на этот вариант. Уже времени совсем я себе не оставил. Нужно ускоряться. Потом e4 шаг, скорее всего, он сыграет. Мне придется играть король g7, наверное. Там, правда, еще конь f5 он добавит. Неприятно все это выглядит. Тут я ошибся, конечно. Приходится мне идти уже в полный пассив. Позиция, наверное, уже совсем тяжелая. Плюс времени очень мало. Ну, укрепил пока пешку. Возможно, сыграю конь g7 в будущем. Нужно как-то раскручиваться. Ладья d7 тоже пошел. Может, ладья e1 сыграть. Правда. Да, так и играет соперник. Не нравится мне моя позиция, если честно. Очень сильно не нравится. Он может просто пешку отъесть. Вообще не вижу хода, если честно, за себя. Буду стоять на месте. Может, чуть-чуть все время набью. Такой вроде есть ход. Может быть, и нету, кстати. Не уверен, если честно. Да, хода все-таки нету, проиграл. Да, вот это, конечно, поражение просто. Под конец меня вынесли уже, король g6, я думаю, была ошибка. Ну что, попытаюсь провести экспресс-анализ. Думаю, что здесь примерно была равная позиция. Ну, включу, допустим, с этого момента движок, просто чисто для оценки. Ну, компьютер показывает перевес белым, но объективно перевес не такой уж и большой, там плюс 0.5 это, мне кажется, перебор. Хотя позиция белых поприятней, это безусловно. Ферзь b4 действительно не стоило играть, конь d7 все-таки посильнее. f4 действительно, ферзь b4, вернее, действительно не туда сыграл, попал под темпы. И дальше вроде как вот это все было неплохо. Движок, кстати, предлагает забрать на d5. Но мне казалось, ход c5 более логичный, хотя оценка резко падает после этого хода. То есть у черных уже вроде бы как сильно хуже. Ну, тут по-прежнему сохранялся перевес плюс 1 примерно, и ЕФ. Все-таки нужно было забрать эту пешку. Интересно, кстати, почему. То есть если ЕФ, какие дальше варианты есть? Если, допустим, он берет ладьей, конь Е5, что ли, да? Даже слон Е5 играет. Ну, возможно. Возможно, и так действительно стоило сыграть. Если e4, ну, минимальный перевес сохраняется у белых. Тут все-таки нужно было не меняться на поле b2, но тоже пока это все не ошибки, такие грубые. Пока более-менее равная еще позиция. Вот король g7 действительно я зря побежал королем. Нужно было просто взять конь g7, чтобы при случае потом конем с h5 вернуться на f6. А так получилось, побежал под g4, да, вот после g4 я уже чувствовал, что большие проблемы, еще и плюс fg, по сути, уже такая грубая ошибка. Да, fg, конечно, грубая ошибка, и дальше просто тут уже, ну, позиция близкая к безнадежной. Плюс 3 это огромный перевес, ну, дальше тоже не точно играл уже на 4 секундах, но на оценку позиции это сильно не влияло, да, ну и конь d5, конечно, за жертву не проходит, потому что там действительно в конце теряется или конь, или там ладья. И, в общем-то, партия заканчивается. Ну что, такая вот интересная партия получилась. Действительно, переиграл меня здесь соперник. Ну, что ж, буду тренироваться дальше. Надеюсь, вам понравилась эта партия. Всем спасибо за внимание. И до скорых встреч в новых видео.